Майор Зарате подозревает, что Лукреция Делла Торре связана с наркодельцом Сармиенто. Сармиенто кончает жизнь самоубийством. Милагрос обвиняет Фернандо в том, что из-за нее Хосе Антонио попал в тюрьму. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Que no me he dado cuenta que eres un intrigante? ¿Yo? América Producciones представляет. Производство Хосе Энрико Крусилья. Соня Смит и Роберто Матеос. В телесериале «Милагрос». По роману Делия Фиала. Автор сценария Джованна Пьероне и Энрико Монкло. В ролях Хуан Витали, Роберто Вандер, Уго Кассианси, Ивон Фросинет, Альберто Изоула. А также Регина Альковер, Ренальдо Аренас, Мирна Бракамонте и другие. Костюмы Хосе Гевара. Художник Гильермо Исса. Композитор Хорхе Таффа. Монтаж Алан Брайн. Оператор Рафаэль Руис. Режиссер Аугусто Тамайо. Вот видишь, как невыгодно со мной ссориться. Рано или поздно Лукреция Делла Торре всегда побеждает. Так или иначе, всегда. Я не подпишу это, Лукреция. У тебя нет выбора, ты же знаешь. Знаю, но я не сдамся. Не мечтай. Хочешь провести остаток жизни в тюрьме? Ты этого хочешь? Я не виновен. И я знаю, что рано или поздно это будет доказано. Не будь так наивен. Все это иллюзии. Жизнь сурова. Ты проиграл, и ты это знаешь. Это не первый мой проигрыш, Лукреция, уверяю тебя. Не первый. Хорошие новости. Какие, майор? Лучше и быть не может. Вы свободны. Свободен? Я могу идти? Прямо сейчас? Остались кое-какие формальности. Кроме того, нужно подписать документы у меня в офисе. Я подпишу все, что нужно, майор. Позвольте мне принять душ, привести себя в порядок. Да, конечно. Сеньора, вы пойдете с нами в офис? Нет, извините. Охрана! Выпустите его, пожалуйста. Хосе Антонио, освободят с минуты на минуту, я уверена. Хочется сесть поудобнее и дождаться его, но верится с трудом. Почему Фернандо? Почему ты всегда против меня? Ты ошибаешься? Я на твоей стороне. Просто я, как твоя подруга, не могу согласиться с тем, что ты говоришь. Хочу открыть тебе глаза, чтобы ты увидела реальное положение вещей. Нет, это неправда. Все, что ты говоришь о Хосе Антонио и Сандре, ложь. Ты слепа. Однажды ты поймешь, кто твой настоящий друг. Нет, Фернандо. Только сейчас я начинаю понимать, кто есть кто. Все не так, как ты думаешь, Милагрос. Посмотри на Хосе Антонио. Еще вчера ты считала его примерным семьянином, а сегодня он преступник. Но если ты хочешь дальше жить во лжи, это твое дело. Я иду на работу. Пока. Вот видишь, разве тебе не хорошо, когда мы вместе?
Конечно, хорошо, Палома, очень, но я не позволю тебе разрушить свое будущее из-за меня. Я этого не допущу, просто не допущу. Мое будущее зависит от меня, и если я не смогу учиться с тобой, то, возможно, мне лучше подумать о другой профессии. Нет, Палома, так ничего не выйдет. Ты доверяешь своим чувствам, а такие серьезные вещи нужно обдумывать без эмоций. Ты прекрасная актриса, уверяю тебя, у тебя все получится. Ты говоришь так, потому что любишь меня? Нет, я говорю так, потому что это правда. Давай поедем вместе. Разве ты этого не хочешь? Палома, Палома, Палома. Конечно, я бы хотел, с удовольствием, но это очень дорого. Денег, которые оставил отец Милагрос, хватит только для тебя. Но ничего страшного, поедешь одна. Ничего страшного. Пипа, быть одной в чужой стране, не зная языка, это меня очень пугает. Сложно будет лишь в начале, нельзя упускать такой шанс, Палома. Уехать из Перу для актера — это большая удача. А ты? Почему ты не хочешь тоже учиться за границей? Сейчас мы говорим не обо мне, мы говорим о тебе, ясно? Нет, Пипа, я не хочу расставаться. Я буду ждать тебя миллион лет, если потребуется. Подумай об этом, пожалуйста. Может, еще не поздно. Может быть, он еще не знает, что Хосе Антонио освободили. Алло? Алло? Медина. Лукреция, дорогая, как я рад тебя слышать. Ты должен вернуть мне видео. Говори, где мы встретимся. Разве тебе их не прислали? Боже, как плохо работает почта. Что? Я послал их тебе сегодня утром, дорогая. Все? Конечно, ничего себе не оставил. Теперь ты останешься только в моем сердце. Я больше не смогу наслаждаться просмотром этих прекрасных картин. Ты не сделаешь этого, Медина. Если это ловушка, Хосе Антонио никогда не выйдет из тюрьмы. Конечно, я знаю, ты очень сильна. Мы все в твоей власти, детка. Свобода Хосе Антонио гораздо важнее всего остального в этом мире. Добрый вечер. Здравствуйте, входите. Спасибо. Я ищу Серджио Зарата, он живет здесь, не так ли? Нет. Ну да, он только что переехал. Мне так и сказали в его старой квартире, это пансион. Да. Да. Я бы хотела с ним поговорить, вы не могли бы его позвать? Нет, он на работе. Но если хотите, я могу что-нибудь ему передать. Вы... Я жена Серджио. Что? Серджио женат? Да, конечно. Я его законная жена. Нет, я не знала. Вы живете вместе? Нет, мы не живем вместе. Окажите мне услугу, пожалуйста. Передайте, что заходила Сьюзи. Пусть не забывает обо мне. Он уже давно не присылал мне ни цента. Не беспокойтесь, я передам. Спасибо. Как вас зовут? Я должна знать, чтобы он не смог в очередной раз отвертеться и сказать, что не слышал обо мне. Меня зовут Марианна, сеньора. Ладно. Благодарю, Марианна. Мне пора. До свидания. Это значит, что я могу вернуться к своим обычным обязанностям, майор? Да. Нет никаких доказательств вашей вины. Кроме, конечно, вашей подписи на документах.
Но эта подпись стоит на многих документах, майор. И этот факт ни к чему не приведет следствие. Похоже, вся операция была совершена человеком по имени Сармиента. Мне знакомо это имя, шеф. Точно, он ведь друг Лукреции, да? Она нам так и сказала. Сармиента друг семьи. Она сказала, что он воспользовался ее доверием и попросил об услуге, а сам использовал поставку мистраля для перевозки наркотиков. А что говорит об этом Сармиента? К сожалению, он уже ничего не скажет. Он покончил с собой. Что происходит, Марианна? Что случилось? Все мужчины свиньи, вот что. Успокойся, пожалуйста, перестань, прошу. Оставь, перестань, не прикасайся. Ладно, ладно. Успокойся. Прошу тебя, тише, перестань. Что произошло? Что произошло? Что с Серджио? Не произноси этого имени при мне, понял? Хорошо, хорошо. Мы не будем говорить о Серджио. А что он тебе сделал? Он лжец, Пипа. Мерзавец. Почему, Пипа, почему? Почему я всегда влюбляюсь не в тех мужчин? Почему? Перестань. Привет. Дорогая, какой сюрприз. А где Боди? Ее нет. А если бы и была, в чем проблема? Тебе придется иногда с ней видеться. Надеюсь, вы поладите. Возможно, но не сейчас. Сегодня я пришла официально пригласить тебя. Правда? Итак, куда приглашает меня моя дочка? Я приглашаю тебя на ужин сегодня вечером у нас дома. О, это было бы прекрасно, но... Что? Никаких «но». Я специально сюда пришла, ведь могла просто позвонить. Я не хочу слышать никаких отговорок. Никаких отговорок, никаких. Это не отговорки, дорогая, просто мы с Боди уже... О, Боди тут, Боди там. Как мне это надоело. А мы больше для тебя ничего не значим? Ну что ты такое говоришь, детка, перестань. Послушай. Что? Я пообещала маме, что ничего не скажу, но теперь это не важно. Слушай. Ну что такое? Это была мамина идея. Она хотела пригласить тебя. Очень. Это ее идея? Да. Помнишь, какая наша мама? Стройная, красивая блондинка. Конечно, я помню. Я помню ее, помню тебя, помню твоего брата. Ты самое важное, что есть у меня. Значит, ты придешь? Приду. Спасибо, папочка. Я рада, что ты согласился. Хоть я и не собиралась говорить тебе то, что сказала. Обязательно приду. Добрый вечер. Наконец-то ты появился. Разве так разговариваю со своим менеджером, Боди? Менеджером? Если ты мой менеджер, то я Николь Кидман. Ну, если так, то я ничего не буду тебе говорить. Одна женщина заинтересовалась тобой. Кто? Кока Феррари. Кока? С телевидения? Конечно. На телевидении есть только одна Кока Феррари, и именно она хочет с тобой встретиться. Ну почему? Она что, лесбиянка? Конечно, нет. Ей нужны профессионалы, понимаешь? Она хочет предложить тебе настоящую работу. Рензо, ты серьезно? Конечно, серьезно, Боди, дорогая. Кока моя хорошая знакомая. Я забежал к ней, рассказал о тебе, о твоем таланте, и она сказала, что не против посмотреть на твое портфолио. На мое что? Твое портфолио, твои фото, самые удачные. У тебя ведь это есть? Я имею в виду портфолио. Нет, но я могу сделать. Тогда сделай это как можно скорее, и я назначу встречу. Спасибо тебе, Рензо. На этот раз ты сам себя превзошел. Такая женщина, как ты, заслуживает большего. Пойду приму душ. Может быть, тебе помочь?
Именно так. Он покончил с собой перед самым нашим приездом. Вы уверены? Может быть, его убили? Мы нашли его тело через минуту после выстрела. В комнате никого не было. Я встречался с этим раньше, Вилсон. Некоторые предпочитают покончить с собой, но не возвращаться в тюрьму. Значит, Сармиенто уже сидел за наркотики. Теперь мне все ясно. Я просидел здесь всего одну ночь. Ко мне хорошо относились, но все равно это было просто невыносимо. Теперь вы можете идти, Хосе Антонио. Милагрос будет очень счастлива вас видеть. Еще одно. Что здесь делала Лукреция де ля Торре? Я и сам не знаю, майор. Сказала, что пришла меня навестить. Это странно. Насколько я знаю, вы не очень-то дружите. Лукреция непредсказуема. Неизвестно, зачем она приходила на самом деле. Точно. Ну же, идите, обрадуйте Милагрос. Спасибо. Удачи. Боди, ты должна понять, Росси приезжала сюда и просила меня приехать сегодня к ним на ужин. Нет, так ничего не получится. Боди, сегодня я ужинаю с детьми, надеюсь, ты меня поймешь. Да, так значительно лучше. Привет. Здравствуй, любимая, как дела? Отлично, а у тебя? Ты говорил с Белида? Неужели стоит сейчас вспоминать о Белида? Стоит, пока ты не получишь развод. Почему ты всегда возвращаешься к этому? Я же сказал, дело продвигается, давай не будем ссориться. Хорошо, Хуан. Я тоже не хочу ругаться. Я просто напоминаю. Напоминаю. Ладно. У меня отличные новости. Правда? Рензо назначит мне встречу с Коко Феррари. С кем? Коко Феррари, она продюсер с телевидения. Правда, это здорово? Уверена, она найдет мне настоящую работу. От нее много зависит. Значит, Рензо. Хуан, прошу тебя, прекрати ревновать. Рензо знаком с Кокой и рассказал ей обо мне. Вот и все. Но у меня есть маленькая просьба. Это Кока хочет сделать пластическую операцию? Нет, конечно, нет. Мне нужны деньги, чтобы сделать портфолио. Портфолио? Да, альбом с фотографиями для продюсеров. Хорошо, у меня есть хороший фотоаппарат. Нет, это должны сделать профессионалы, и это стоит денег. И сколько тебе нужно? Не знаю, долларов 200. 200? Хорошо. Кстати, сегодня я ужинаю с детьми. А почему обязательно ужин? Почему нельзя позавтракать вместе или выпить чашечку кофе? По вечерам ты мой, Хуан. Мой. Да, но сегодня это невозможно. К тому же я смогу поговорить с Розой о разводе. Это дело не сдвинется с мертвой точки, майор. Боюсь, мы не найдем больше никаких улик. А ты заметил, что все, кто связаны с Лукрецией де ля Торре, оказываются мертвы? Привет. Привет. Оставьте нас одних. Да, пожалуйста. Принеси вам бронежилет, майор. Пойди проверь электронную почту. Есть. Садись. Спасибо, мне и так удобно. Что случилось? Я только что встретилась с Сьюзи. Вот что случилось.
Я поеду к Хосе Антонио. Не стоит, я только что была там. Вы ездили к Хосе Антонио? Да, по делу. Его только что выпустили. Его освободили? Вы были там, когда его освободили? Да. Я была там, когда пришел майор Зарат и объявил, что Хосе Антонио свободен. Вы же не станете лгать мне, правда? Разве я когда-нибудь лгала тебе? Хосе Антонио, дорогой, ты свободен. Как это чудесно. Милый. Лукреция, нам с тобой есть о чем поговорить. Марианна, выслушай меня, пожалуйста. Сьюзи, твоя жена. Это правда, я хочу знать. Все не так просто, Марианна. Нет, не просто. Не подходи ближе. Не то я закричу. Отвечай. Сьюзи, твоя жена? Суси. Вы вместе? Да или нет? Все это в прошлом. Мы уже давно не живем вместе. Дело в том, что она не захотела дать мне развод. Ты понимаешь, не захотела. Значит, это правда. Ты обманул меня. Нет, Марианна. Серджио, ты женат. У тебя есть жена, а ты никогда не говорил мне об этом. Но я собирался рассказать. Правда? И когда же? В следующем году? Я ждал подходящего момента, Марианна. Знаешь что? Я тебе не верю. Не верю ни единому твоему слову. Я не должна была верить тебе. Я думала, ты особенный, не такой, как все, а ты оказался лжецом. Лжецом и обманщиком. Тебе больно, я понимаю, но послушай меня. Нет. Мы не будем жить вместе. У Пипа твои вещи, ты можешь их забрать. Я больше не желаю тебя видеть, понял? Никогда. Никогда. Марианна, но мы должны бороться за нашу любовь. Моя партия заранее проиграна. Я не прощаю лжи, Серджио. Таковы мои принципы. Совсем забыла. Сьюзи, твоя жена просила передать. Она хотела, чтобы я напомнила тебе об алиментах. Ты, похоже, забыл об этом. О чем ты хотел со мной поговорить? Я вырвался из твоей ловушки, не так ли? Ловушки? Да, Милагрос, ловушки. Как я тебе и говорил, Лукреция и Фернандо все подстроили, чтобы обвинить меня и посадить в тюрьму. Не лгу, и ты это знаешь. Все это произошло из-за Роландо Сармиенто. Когда его допросят? Его не допросят. Роландо Сармиенто мертв. Он никогда не даст показаний. Мертв? Да, мертв. Он покончил с собой перед приездом полиции. Не понимаю. Ты не понимаешь? Но кто такой Роландо Сармиенто? Ее старый друг. Минуту. Я никак не связана с этим наркодельцом. Ты сама меня представила ему в своем офисе, и насколько я помню, ты сказала, что он друг вашей семьи. Он использовал меня, попросил об услуге. Ты прекрасно знала, что он собирается перевозить Лукреция. Ты подставила меня, ведь так? Но ничего не вышло. И теперь, когда я все знаю, я не собираюсь сидеть здесь, сложа руки. Убирайся, Лукреция, из компании и из этого дома. Убирайся отсюда немедленно.
Ты не можешь так поступить со мной. Не имеешь права меня уволить. Конечно, могу. Между прочим, я только что это сделал. Я не желаю видеть тебя больше на работе, и лучше не попадайся мне в этом доме, поняла? Милагрос, неужели ты допустишь такое? Милагрос начала понимать, какие у нее родственники. Идем, Милагрос. Завтра они уедут из этого дома, она и Фернандо. Мне показалось, или ты действительно кричала? Хосе Антонио вернулся. Его освободили. Хорошая новость. А что произошло? Его оправдали? Не знаю. И, честно говоря, мне плевать. Дорогая, ты не представляешь, как я по тебе скучал. Каждую минуту, каждую секунду. Мне тоже очень тебя не хватало, Хосе Антонио. Я чувствовала себя такой одинокой, такой беспомощной. Любимый. Тише, тише, тише. Все прошло, любимая. Я обещаю, что этого больше не произойдет. Я не позволю никому нас разлучить, забрать нашего ребенка. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Мне кажется... Я долго думал о нашем ребенке, Милагрос. Хосе Антонио, что будет с моей тетей? Милагрос, пожалуйста, давай не будем о ней, хорошо? Сеньора Милагрос, сеньора Лукреция хочет с вами поговорить. Говорит, что это срочно. Не стоит, Милагрос. Я должна, Хосе Антонио. Который час, скажи, пожалуйста? Ты спрашиваешь уже третий раз, Фернандо. У тебя есть свои часы. Да. Но мне очень нравится, как ты отвечаешь. Тик-так, тик-так. Через несколько часов у концерна начнется новая эпоха. Эпоха Делла Торре. Поздравляю. Знаешь, эта эпоха начнется без тебя. Я уволю тебя немедленно. Слава Богу, у меня хватает собственного ума. Я сама без маминой помощи найду себе работу. Ты хотела меня видеть? Да, садись, пожалуйста. Я постою, спасибо. Надеюсь, ты не приняла все ее слова, Хосе Антонио. Хосе Антонио мой муж, и я должна всегда серьезно относиться к его словам. Прошу тебя. Вся эта заваруха с наркотиками — вина твоего отца. Твоего отца и только. Как ты можешь так говорить? Мой отец мертв. Это не важно. Роландо Сармиенто был его лучшим другом, понимаешь? Я не понимаю, что это значит. Позволь объяснить. Твой отец, упокой Господь его душу, имел много друзей в преступном мире, понимаешь? Откуда у него такие друзья? Ведь он был бизнесменом. Существуют разные бизнесмены, Милагрос. Твой отец был многим обязан Сармиенто. И когда он пришел ко мне в офис, я почувствовала, что обязана ему помочь, понимаешь? Я обязана была ему помочь. Помочь переправить наркотики? Я ничего не знала об этом. Но ты же сама сказала, что он преступник. Дело в том, Милагрос, что он хорошо ко мне относился. Я никогда не думала, что он может подложить наркотики в контейнер. Никогда. Я такая же жертва, как и Хосе Антонио. Ты должна мне поверить, Милагрос, прошу тебя. Ты уверена, что он придет? Я же сказала, я заставила его. На этот раз он не увернется. Теперь твоя очередь. Но будь очень осторожен, не ошибись. О чем это вы говорите? Да ни о чем. Просто так. Знаешь, папа звонил. И что он хотел? Мне его жаль. Он показался мне очень растерянным. Чего он хотел? Хотел поговорить со мной? Да, он хотел узнать, можно ли ему прийти сегодня на ужин. На ужин? К нам?
Конечно, мама, куда же еще? На кладбище. Конечно, сюда. И что ты ему сказал? Я сказал, что должен вначале спросить у тебя. Ты правильно сделал. Да, но поскольку тебя не было, а он был таким печальным, я сказал, что он может прийти. Что, ты не будешь против? Хуанита, ты должен был дождаться меня. Я не знаю, хочу ли я видеть вашего отца. Это лишь ужин в память о старых временах. Я очень скучаю по папе. Не знаю, не хочу ничего готовить, я устала. Послушай, мы обо всем позаботимся, а ты постарайся хорошо выглядеть. Видишь, она попалась. Алло? Алло. Наконец-то. Тебя освободили. Да, Ракель, я свободен. Я так рада. Но странно, почему ты не сообщил мне об аресте? Потому что знал, что все это недоразумение, и просто не хотел тебя впутывать. К счастью, мне не пришлось тебе звонить, Ракель. Теперь все позади. А как аборт? Все прошло удачно. Нет, арест изменил планы, Ракель. Но не беспокойся, я еду в клинику с Милагрос прямо сейчас. Куда? Я тоже хочу там быть. Знаешь, тебе лучше не вмешиваться, я позвоню тебе, когда все произойдет. И когда начнется, тоже позвони. Конечно, не беспокойся. Спроси, получила ли Лукреция видео. Гектор хочет знать, не получала ли Лукреция видео. Ракель, я только что приехал, у меня не было времени что-то узнать. Не забудь мне позвонить. А как зовут врача, которого ты нанял? Какая разница, Ракель? Это важно. Он закончит род де ля Торре. На него вся надежда. Знаешь, я не помню его имени. Извини, мне пора. Алло? Привет, Жерардо. Да-да, он здесь. Ты говорил с майором Зарате? Да. Я еще не видел Хосе Антонио, он наверху с Милагрос в спальне. Я знал, что он невиновен, конечно же. Да? До встречи. Сеньор Бенджамин, это только что пришло. Адресовано семье де ля Торре. Давай посмотрим. Возможно, это для Себастьяна или твоей мамы. Это видеокассеты, нет никаких надписей. Значит, мы должны их посмотреть. Дай мне это, Люсия. Это мои видеокассеты. А откуда ты знаешь? Потому что я их ожидала. А что там? Курс французского языка. Французского? Но ты отлично говоришь по-французски. Мне нужна практика. Что здесь такого? Ничего, но... Тебе не кажется, она лжет? Не ищи подводных камней там, где их нет. Идем, мы опаздываем. Спасибо. У меня уже неплохо получается. Да, я вижу, с каждым разом все лучше. Что ты делаешь? Мы собираемся в путешествие, Милагрос. Правда? Я думала, что... Милагрос, ничего не изменилось. Мы должны уехать как можно скорее. А что такое? Мы не можем уехать, не решив проблемы с моей тетей. Она говорит, что она не виновата, что Сармиенто был другом моего отца. Лукреция хочет уничтожить нас, Милагрос, и тебя, и меня. Пожалуйста, постарайся меня понять. Вокруг меня все время какие-то неприятности. Я хочу, чтобы все мы были счастливы. Скажи, почему это так сложно? Ты не веришь мне, Милагрос. Нам лучше всего сейчас уехать, забыть обо всем. Нужно думать только о нас, Милагрос, о нашем ребенке. Чего тебе хочется больше?
Жить в неприятностях или ехать в свадебное путешествие? Ты прав. Мы должны уехать. Но что будет с тетей? Ты выгнал ее из дома, из компании. Она может остаться здесь со своей доченькой, если захочет. Мне все равно. А теперь помоги мне, прошу, у нас мало времени. Я не хочу все время страдать. Я хочу быть счастливой, счастливой. Тебе плохо сегодня, завтра будет лучше. Нет. Так страдать из-за этого мерзавца не стоит. Я хочу чувствовать себя хорошо прямо сейчас. Да. Поэтому ты и должна попробовать гениальное блюдо, Пипо. Очень вкусно. Нет, Пипо, я не хочу есть. Лучше приведи священника, чтобы он меня благословил. Марианна, пожалуйста, попробуй. Ты еще ничего не ела с утра. Ты слишком расстроена. Даже если тебе плохо, ты должна что-нибудь съесть. Обязательно. Нет, я не хочу есть. Мне надо позвонить. Кому ты собираешься звонить? Маме. Маргарита, можно войти? Милагрита, сходи. Посмотри. Что скажешь? Очень красиво. Милагрос, Хосе-Антонио освободили. Теодора сказала, что вы в спальне, я не хотела вам мешать. Да, Маргарита. Святой Милагрос помог мне. Я пришла попрощаться. Но ты должна держать это в секрете. Попрощаться, Милагрос. Куда ты едешь? Мы собираемся путешествовать. Поедем куда-нибудь в тихое место. Подальше от всех проблем. Ясно. После всего, что случилось, ты заслуживаешь отдыха. Ну, пожалуйста, Милагрос, звони мне каждый день. Пожалуйста. Обещаю. В этом доме будет пусто без тебя. Ну что ты? Нет, нет. Позаботься обо всем, пока меня не будет, хорошо? Не беспокойся, дорогая. Маргарита будет за всем следить. Благослови тебя, Господь, доченька. Спасибо. Здравствуйте, друзья! А вот и мы. Сегодня мы выучим 5 гласных. А, Э, И, О, У. А теперь вместе. Давайте вместе. А, Э, И. Здравствуйте, друзья! А вот и мы. Сегодня мы выучим 5 гласных. А, Э, И, О, У. А теперь вместе. А, Э. Значит, Хосе-Антонио освободили. Да, Лукреция все рассказала, хотя я его не видел. Я очень рад, она слишком переживала. Представляю. А Фернанда? Как она перенесла разрыв с Рензо? Я редко вижу ее с тех пор, как она начала работать в концерне. По-моему, с ней все в порядке. Ты видел Рензо? Да, он живет у меня. Здесь болит? Нет, только щекотно. А сейчас?
Нет, я же говорю щекотно. И что ты скажешь? Учитывая сложность перелома? Опять старая песня. Что? Терпеть не могу, когда ты изображаешь из себя доктора. Если бы ты дала мне закончить фразу, учитывая сложность перелома и тяжелый характер сеньориты, думаю, что она полностью выздоровеет. Абсолютно. Правда, да? Это прекрасно, Мартин. Еще бы, я больше не сомневаюсь. Люсия снова будет нормально ходить. Я люблю тебя, Мартин. Да, но ты должна продолжать свои упражнения. Да. Не забывай об этом, дорогая. Лукреция. Возможно. Алло? Алло? Ты не представляешь, как мне было смешно это увидеть, Медина. Лукреция, какой сюрприз. Я по тебе соскучился. Прекрати эту болтовню. Ты обязан выполнить условия договора. Лукреция, я ничем не обязан тебе. Хосе Антонио давно освободили. Потому что я выполнила условия сделки. Не стоит лгать, это не идет тебе. Хосе Антонио освободили потому, что полиция не нашла улик против него. Если я расположен к тебе, это не значит, что я дурак, Лукреция. Тебе не стоит ругаться со мной. Я тоже не дура. Так больше продолжаться не может. Конечно, нет. Вспомни, что ты все еще моя раба, и ты должна будешь приехать по первому моему требованию. Идиот. Похоже, ей не понравилось видео, которое я послал. Она ожидала чего-то покруче. Я рада, что с Лукрецией все уладилось. И у меня тоже все в порядке. Хосе Антонио едет в клинику. Хосе Антонио, могу я хотя бы попрощаться с дядей Бенджамином? Он всегда был так добр ко мне. Нет, Милагрос, так будет лучше, поверь. Чем меньше людей будет знать, тем лучше. Ну, дорогой, это похоже на побег. Не знаю. Доверься мне, Милагрос. Сегодня, возможно, самый важный день в нашей жизни. Идем. Хорошо, идем. Я пойду за тобой на край света. Подержи, пожалуйста, дверь. Спасибо. И я ушла, хлопнув дверью. Дорогая, не стоит отвергать такого мужчину, как Серджио. Мама, разве ты не понимаешь, что он сделал? Он не сказал мне, что женат. Он разведен, дорогая, а это большая разница. Это большая разница. Мама, разве можно строить серьезные отношения на лжи? Марианна, не воспринимай все так. У нас есть свои секреты, и с возрастом их становится все больше и больше. Но не у меня, мама. Я ему все рассказала. Была с ним честна, и посмотри, что он сделал. И если бы ты только видела эту Сьюзи... Дорогая, хватит об этом. Сейчас тебе надо принять ванну, привести себя в порядок. И мы поедем по магазинам. Как тебе это? Нет, мама, я никуда не хочу. Я просто хочу с тобой поговорить. Мама, я ненавижу его. Каждый раз, когда она узнает, что я встречаюсь с кем-то, она является и рассказывает эту историю про алименты. А самое ужасное, что она не хочет дать мне развод. Вы должны были рассказать обо всем этом Мариане с самого начала. Да, конечно. Я собирался это сделать. Просто все случилось так быстро, а потом было уже поздно рассказывать об этом. Я хотел, знаешь, найти подходящий момент. Я должен быть уверен, что мы не поссоримся окончательно из-за этого. Теперь нужно подождать, пусть она успокоится. Кстати, майор, почему бы нам не пойти и не выпить чего-нибудь, чтобы успокоиться?
Ну же, Мартин, почему ты не соглашаешься? Клаудия не пойдет на это. Пойдет, если ты попросишь. Просто скажи, что это маленькая вечеринка для друзей, ничего больше. Теперь, наверное, вся клиника знает, что ты живешь у меня. Она не согласится прийти, перестань. Ты должен меня понять, это мне необходимо, Мартин. Она сразу поймет, что за невинной дружеской вечеринкой стоишь ты. Ладно, сколько тебе надо? Скажи, сколько ты хочешь? Ты в отчаянии, Рензо? А ты как думал? Вести жизнь холостяка после того, как я привык к жизни в браке, а? Ладно, ладно, я скажу Эрике и Клаудии, что у меня будет вечеринка. Но я не буду от них скрывать, что там будешь ты, ясно? Это все, что мне от тебя нужно, старик. Его отпустили, он ничего не подписал? У меня не хватило времени, черт возьми. Я проиграла. Но, мама, это ужасно. Что мы теперь будем делать? Не знаю. А где Хосе Антонио? Добрый вечер. Ваши паспорта. Сеньор Вилсон, вы не должны покидать Лиму. Вы не можете путешествовать. Но почему? Что-то не так? Вот полицейское уведомление об этом. Прошу вас. Фильм переведен и озвучен студией «Семья от А до Я» по заказу компании «Intra Communications» 2001 год.